Всем привет, с вами GK, мы возвращаемся в GTA Vice City. У нас звонок по телефону. Ой, Томми вообще такой ненадежный, действительно. Следующая миссия, последняя миссия от Розенберга. Томми, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me. Разумный any creepballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company has got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we got to go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. The balls drop like they should. Stop by my office sometime. Pricks anyway. Lawyer pricks, rug wearing pricks, surrounded by pricks. Окружён придурками, это интересно. Мне больше всего нравится, конечно, что эти вот фразочки, они прям очень нравятся. К слову, мы заканчивали прошлую миссию на Сентинеле обычном. Прошлый ролик, в смысле. И я даже не предполагал, что новый ролик мы начнем с Sentinel XS. И это прям очень классно и достаточно редкая машина. Достаточно, но не слишком. Так. Что у нас тут? Мне нравится, что там поверх надет этой. Во, футболки, рубашки. Рубашки, да. Это интересно, конечно. Ну и поехали на Sentinel XS на задание, последнее от Розенберга. Ведь мы два задания выполнили для себя, по сути, но так-то. Так-то. И даже одно, подожди. Вечеринка и... Ну вот, я забыл, какое было еще одно задание, блин. Надо уничтожить эти. Да, я помню, что надо взорвать. Оружие подбираем. Так. Надо подвести просто фургон к бочке. Вот зараза. Все, убегаем просто к машине. Все, 1000 получили. Они продолжают пока драться. Давайте всех передавим. Ладно, не будем. Все, можем брать задание от Эвери Кэррингтона, но Эвери Кэррингтон, он у нас через одну часть. Поэтому сначала нам нужно разобраться с другим человеком, который будет давать задание. А для этого нам нужно сначала принять его звонок. Поэтому вылезаем из машины, принимаем звонок от... мистера Кортеза, если быть точным, полковника Кортеза. Да. Какой приятный человек. Поехали к Кортезу. Кортез.
Кортес, Кортес, Кортес. Сейчас не помню. Если так как это испанский у нас, то это либо может быть Кортес, если ударение, значит. Короче, если не показано графическое ударение, то есть просто фамилия написана как Кортес, без всяких там ударений над буквой О, то он Кортес. А если написано над буквой О ударение, то это Кортес. Я думаю, что он Кортес все-таки. Еще один звонок. С вот этими телефонами будем разбираться гораздо позже. Несмотря на то, что они уже появились. Чуть ли не в конце. Там седьмая часть. Ой, я же еще в строительном, блин. Ну ладно, в строительном пока будем. Appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. For this kindness, I'll reward you, and then we will find your money together. Приятный человек, приятный. We'll be at his penthouse, half drunk probably. Use this. Интересно, придвинул его ко мне. Давайте возьму читу. Не, конечно, Saint New XS это круто. Это невероятно круто, но... Чита это интереснее будет. Мы ее еще же не водили, получается. Адмирал. Обычный Sentinel. Sentinel XS. Один из мотоциклов. Я не знаю, наверное, Сталин пусть будет. Сталина нет вроде даже. Фривей, наверное. Наверное, Фривей это был, ну ладно. И вот, наконец, чита. Ой. Нифига мою машину. Перевернули. Если она взорвется, нам интересно, деньги дадут. Вроде в этой части уже не давали деньги за взрывы машин, поэтому... Не судьба. А мы тем временем приехали к Гонзалезу. Поехали разбираться с ним. А вот он. Да. Я предлагаю сделать следующее. Ай. Подобрать звездочку. И забрать у полицейских. Их машину забрать, я сказал. Фух. Поехали теперь к полковнику. Одну звезду потеряем по дороге. Очень вижу. Подожди. Смотри, это ж броня. Я знаю, что они просят в пейнспрей съездить, но я не хочу в пейнспрей ехать. Поэтому мы, во-первых, берем вот так делаем. Ну, никто не будет лишним воспользоваться прыжком. Тем более он тут уникальный. А еще хочу переодеться, потому что мне не нравится абсолютно то, что я в таком виде разъезжаю. В костюме этого дурацкого, блин, строителя. Боб-строитель. Версия GTA Vice City. Фак-фак-фак. А вот и коп был. И мы сделаем следующее. Оп. И готово. Миссия выполнена. 250 баксов наших. Да, оказывается, тут можно упрыгивать из машины, в отличие от GTA 3, где такой возможности не было. Мы тем временем попробовали шестую машину нашу за игру, если я правильно считал. И едем к Кортезу снова. У нас еще одно задание, два задания от него как минимум. Как минимум, внимание. Следующее задание называется Mow Shootout. Tommy, come and join me. This looks delicious, eh? Cap your snout. No, 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 no thanks.
Тапир, нифига себе. Интересная модель, на самом деле. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. А это интересная реплика насчет того, что он сейчас не в Либерти-Сити. I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Ну, поехали на встречу для Кортеза, что ли. Опять берем читу, просто потому что она быстрая. И едем встречаться в моле. Вот. Оружие это мне нужно, на самом деле. Я надеюсь, что мы сможем быстренько разобраться без оружия. Оставим машину здесь, надеясь на то, что мы пересечемся. Там комп бежал. Зарина, she's very wet this time of the year. What? Comment? Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. Freeze imperialist American pig that is propriété of a government français. Hand it over. Французы, это интересно. They followed you here. Shoot the police. You got to do better, Mr. Snell. О, смотри, этот чувак пытался угнать у меня машину, оказывается. Офигеть. А этот убегает. Могли подобрать, конечно, этот машину, как она называется. Мотоцикл. Вместо этого мы берем Ethereum Case и берем PCG 600. Седьмая машина наша. За две... А, офигеть, он едет, конечно. А тут же у нас осталось еще PCG. Стоит же, да-да-да. Нет, не стоит. Но управление у этого мотоцикла просто отвратительно. Вы посмотрите на это. Он отвратительно управляется. Офигеть. Это из-за того, что он этот... заскриптованный или что, блин? Трэш. Блин. Ладно. Я предлагаю... О! Добежать, подобрать эту аптечку и добежать уже, пофиг. Да, далековато, но... Вот, дровик появился у нас после машины полицейской. Пошли, 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 пошли. Все, мы укрылись от копов. Добежали до полковника и приступаем к следующей миссии для него. Все, миссия выполнена, 500 баксов наша. Сейчас раз, два, три. Угу. И следующая миссия. Томас, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's men at the drop-off. Окей, посмотреть за Диасом, понятно. Миссия будет достаточно долгой. Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Короче, Диас типа заведует всем этим безумием, вроде как. Надо посмотреть, что этот карлик из себя представляет. Ну, поехали. Сначала надо доехать до парковки. Потому что на парковке спрятано какое-то вооружение. Сейчас я сбил людей уже. Как вы думаете, без смерти я эту пройду? Игру или нет?
Это ОСД бессмертие удастся пройти или нет? О, а вот оружие, это Кругер. Почти как я. Забавно. А вот и Лэнс. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Versetti. Let's go. Поехали. Кругер. О. Видели, сбил человека. Прикольно. Я к анимации, если что, не к событию. А вот сам Диас подъезжает на белом адмирале, как Кена Розенберга. Ну ладно, не будем обращать внимание. А то вдруг они в сговоре. You must be Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony, you get the roof across the yard. Прошу прощения. А вот и кубинцы. Надо за Диасом. Ой. Ивенсом присматривать, да. I'm next in line, man. Ведь можно присесть. Да, как раз нам объяснили, каково это. Как они умерли уже? Они не могут так сделать. Сколько денежек? Ой. Это кажется, я с ним разобрался. Так, наверху. Да я иду, иду. А, ну все, он с ними разобрался, окей. А вот и гаитяне. Хорош. Ну пошли разбираться с ним. Да, стрелять на этот контрол, окей. Поехали, разберемся с этим ушлепком. Это было просто. Ну все, возвращаем Диасу. Я понимаю, что серия получается короткой. Вот, но, во-первых, у меня нет ни идеи, как ее... Хотя нет, есть одна идея, как ее разнообразить. Вот, но я, честно говоря, без сил, поэтому... Один раз будет прохождение. I live! Take heads! And it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Ну, может, и увидимся, да, скоро. Shit. Where's that guy, Lance? Лэнс пропал. Машины тут классные, то есть можно было бы какие-нибудь Хермес или Вуду гаитян забрать, но оставим пока. Мы все равно их на втором острове, в смысле, увидим. Потому что это первый остров для GTA Vice City. Для GTA Vice City Stories был бы это второй остров. У нас есть 20 секунд, чтобы собрать 24 чекпоинта, можно собирать их в любом порядке. PCG Playground называется миссия. Поехали. Ну тут так же, как мы с GTA 3 разбирались, тоже будут такие вот, назовем их, внедорожные миссии. 2 минуты начались. Тем временем надо было запрыгнуть нормально, да.
А, понятно. Так, 1.5 минуты. Мы тем временем собрали за четверть времени абсолютный ноль в чекпоинтах, да? Меньше 100 части даже. Ух ты ж, блин. Я не собрал, который сверху был. Я не собрал чекпоинт сверху. Ну ладно, сейчас разберемся. Да пофиг. Да блин. Я сейчас так все здоровье растеряю. 50 секунд осталось. Ладно, я не долетел даже. Судя по всему, будем начинать заново миссию. Мы за 40 секунд не успеем собрать оставшиеся чекпоинты. Я бы возвращался, если честно. Есть. Треть чекпоинтов собрано, 30 секунд осталось. Мы не успеем, но пофиг. Офигеть их тут. 10 секунд. Короче, собрали мы 2/3 чекпоинтов за это время. Поехали обратно, попробуем еще раз. Я понял свою ошибку, я научился, во-первых, поднимать, переносить вес на байк, видите, то есть вверх-вниз. Вот, заднее на переднее колесо, поэтому должно быть полегче. Сейчас все будет, смотрите. Блин. Ну ладно, ответь на телефонный звонок заодно. Они все мертвы были, но ладно. Вот, мы первую часть, кстати, закончили с миссией от этого Кортеза. Вот, так что можно сказать, что первая часть завершена за 2 ролика. И следующий называется Диас. Давайте ставим просто Диас пока что. Потом объясню почему. Так. Так, едем дальше. Видите, 6-ю часть мы собрали за 15 секунд. Так, тихо. Треть забрали меньше, чем за полминуты. Половину собрать хотели за полминуты, но не удалось. Потому что я тут заложал. Да, чуть меньше половины собрали. За минуту было 10 из 24. Проскочили, кстати, этот дурацкий. Так, это была бита, это была не точка. Отлично. Поехали, все правильно делаю. Так, идем сюда. Теперь у нас есть минута, чтобы собрать оставшиеся 3 точки. Проблема заключается в том, чтобы запрыгнуть на последней точке. У нас 45 секунд осталось для этого. Поэтому мы делаем следующее. Что мы делаем? Разгоняемся по вот этой улочке. Полминуты осталось на то, чтобы собрать последнюю точку. Разгоняемся по улочке. Тихо. Тормозим! Блин, зараза! У нас 20 секунд осталось, чтобы собрать последнюю точку. Да, последняя точка самая сложная в этом плане. 10 секунд. Не успели собрать точку. Честно, последняя попытка.
25 минут прошло от ролика. Честно, последняя попытка, благо всего 2 минуты длится миссия. 3 попытки и все. Я сдаюсь. Вот. Есть, конечно, интересная миссия, в которой... ну, потом, может, как-нибудь покажу. Суть в том, что там с каждым разом выплата становится в 2 раза больше, и таким образом можно небольшим глюком, скажем так, глюком, багом поднять себе миллионы в начале игры просто. Это хороший способ, когда, например, он будет покупать в будущем недвижимость. Ой, проболтался. Так, поехали. Начнем также сначала. Я понимаю, что логичнее было бы тогда начать с конца. Собрать ту точку дурацкую. Вот. Но я хочу все сделать по-честному, что ли. Так, восьмая часть собрана за 10 секунд. Фак. А, ладно, не за 10 секунд, потому что, считайте, мы еще не собрали остальные. 20 секунд прошло. Тихо, тихо, тихо. Не упали. Так, треть собрана за полминуты. У нас, по сути, будет только одна попытка собрать эту дурацкую последнюю точку. Только одна. Ну, ладно, две максимум. Так, тихо. В этот раз я не успел проскочить. Так, за минуту собрали половину. Даже больше уже. Две трети за минуту. Так. Ага, осталось чуть-чуть. Прям вообще чуть-чуть. Фак. Не забрались. Надо разогнаться издали будет, значит, опять. Полминуты осталось, давай. Блин, зараза, нет, не падать. Падать плохо. Давай, вставай. Полминуты, давай. Я хочу получить эти деньги. Я хочу выполнить это задание, давай. А, есть! Я же говорю, 3 раза и выполнено, все. Теперь точно всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, а я поехал сохраняться. Иду уничтожать свой байк. Фак. Просто интересно. Давайте. Супер, как раз ровно. Просто интересно, деньги не начисляются за взрывы. Хорошо. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся уже в следующей серии, в которой мы начнем новую часть с Диазом. Всем удачи, всем пока.